В средней школе поселка совхоза имени Ленина продолжается работа по федеральному проекту «Билет в будущее». С его помощью ученики с 6 по 10 класс узнают о разных профессиях, что впоследствии должно помочь им в выборе специальности. Ребята уже узнали немало интересного, а на очередную встречу к ним пришел депутат округа Артем Грудинин, чтобы поговорить о ведении бизнеса. Общение проходило в муниципальной школе поселка в форме открытого урока. Артем Грудинин поделился своим опытом предпринимательской деятельности, рассказал о подводных камнях, с которыми сталкиваются бизнесмены, и даже коснулся вопросов развития мировой экономики. Я боюсь, что в ближайшее время все-таки китайцы обгонят Соединенные Штаты, и поэтому, в принципе, нашей стране безумно сильно повезло. В рамках проекта «Билет в будущее» ученики средней школы поселка совхоза имени Ленина уже побывали в Центре управления регионом, где познакомились с работой муниципальных служащих, и на телеканале «Видное ТВ». Здесь им рассказали о телевизионных специальностях. По всей России в проекте ранней профориентации принимают участие свыше 3000 учебных заведений, среди которых и школа поселка.